Сбербанке я работаю с 2011 года. Сначала была контролером-кассиром, затем старшим кассиром. И находясь в этой должности, мне приходилось неоднократно исполнять обязанности заместителя руководителя ВСП. Тем не менее, когда я сама заняла это место, со многими вещами я столкнулась впервые, и мне пришлось многому учиться. Хорошую базу мне дали обязательные обучающие курсы в виртуальной школе. Конечно, они не способны полностью тебя подготовить к тому, с чем и как придется работать. Что-то придет с практическим опытом, а что-то необходимо добирать самому. Должность заместителя руководителя я занимаю уже 2,5 года. И могу сказать, что он должен знать и уметь абсолютно все, поскольку отвечает за контроль над работой каждого сотрудника отделения в целом. Это касается банковских продуктов, услуг и связанных с ними операций, стандартов работы, составления отчетности и многого другого. Главной моей обязанностью все же является работа с сотрудниками. Я провожу ежедневные утренние летучки, технические часы, участвую в укомплектовании штата отделения и выполняю роль наставника для своих младших коллег. Я стараюсь формировать сильную, дружную и амбициозную команду, нацеленную на достижение высоких результатов и предвосхищение ожиданий клиентов. Мою работу нельзя назвать легкой, но меня вдохновляет понимание того, что все, что я делаю, очень важно для банка, что я могу внести свой вклад в его развитие. Видеть профессиональный рост своих сотрудников, наблюдать, как с каждым днем их работа становится все качественнее и слаженнее, слышать слова благодарности от клиентов – это бесценно.